Итак, ребят, всем ку. Ну что, могу сказать. Нашел я такие с помощью интернета, где находится пароль, получается, от нашей двери. Вот, код от арсенала. 3744, правильно? Да. Не поверите, где он был. Короче, там, где были у нас казармы с двухспальными кроватями, там находилось... Так, сейчас, секунду. Альтабность посмотрю, включил ли я микро. Да, нормально. Находится двухспальная кровать. Мы там с вами проходили, и на одной из этих кроватей лежал маленький ключик, который заметить, но в принципе нереально, если ты просто, к примеру, там проходишь и целенаправленно его не ищешь. Вот на этой кровати лежал ключик. Этот ключик был от дверки. В одной из серий вы видели эту дверку. И вот. Вот там было радио, в которое мне типа сказали, что пароль 3744, правильно же? Да, правильно. Так что давайте смотреть. Не поверите, я думал уже просто заканчивать эту игру. Потому что как бы бегать, искать это все, ну такое себе удовольствие. Неужели мы с вами приближаемся? Да, выложил дробовик. Все равно патрушков у нас нету, так что я выложил дробовик. Я думаю, нам не понадобится... Так, давайте смотреть, что у нас тут есть, чего у нас тут с вами нету. Я так понимаю, наверное, это тоже не все, да? И нам сейчас придется как-то куда-то, где-то и зачем-то... Блин, это падла бегает. Это падла бегает. Так, это отодвинуть. Это мы заберем. Бочку тоже отодвинуть. Давайте смотреть, что тут есть и как нам туда вообще проникнуть. Только не верите, что мы с вами сейчас не проникнем, и нам нужен будет еще один ключ. Так, что там у нас тут? Каебочка. Ага, каебочка нам с вами не надо. Нам нужен динамит. Ого, сколько топлива, это хорошо. Это хорошо, что столько топлива. Так, ага. Ага. Ага, ага, ага. А ну, подойди сюда. Давай, убегай. Все. Красавчик. Самое печальное то, что у нас осталось с вами два патрушка, по-моему. По-моему, осталось два патрушка и все. И как бы на этом наши полномочия. Все. Так, у нас палочки случайно нету. У нас палочка случайно есть. Так что, что мы делаем? Мы берем сейчас вот эту канистру, пока мы сложим ее на пол. Забираем, соединяем, поднимаем. И забираем. Так, здесь у нас с вами все то же самое. Так, а ну дерни сюда. Так, ага, мы что-то с вами нашли. Мы с вами что-то нашли. Да, еще один, получается, пароль от шкафчика. Я был нашел, но, к сожалению, не сохранился. Он находился у нас, помните, мы когда в тумане бегали и вышли на улицу. Вот там на улице тоже лежал еще один, получается, это как его... пароль от ящика. Но от того пароля там, по-моему, патроны на дробовике и какая-то записка. Но... Ой, сори. Так, давайте убирать. Давайте убирать, давайте в руки брать... револьвер. Не знаю, либо я раньше не замечал, либо оно не так раньше лагало, как сейчас. Так, как мне пройти до... Ой. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Да. Ой-ой-ой-ой-ой. Прикольно.
Все заново, да? Ну. Ладно, ладно. Давайте смотреть, что у нас тут есть. Здесь у нас сигнальный, сигнальный и дробовик, да. Нам это не надо. Ладно, побежали. Берем в руки пихоль. 3744, по-моему, пароль. Вот это вот под ноги не смотришь, Арчи. И получается, что... Так, пролах. Хорошо, побежали. Блин, не знаю, если я в этой серии все-таки не выберусь отсюда, меня очень сильно подогорит, и я удалю эту игру. Так, 37. 4-4. Умничка, все. А теперь давай все по новой собирать. Так, давай сюда. Блин, сейчас я посмотрю, сколько у меня патрушков. 2, 4, 5. 5 штучек. Хорошо, у нас с вами 5 патрушков. Надо, как говорится, не забыть. Так, давай, двигайся. 5 патрушков. 5 патрушков. Тут мы ничего не пропустили. Вроде нет. Так, у нас, по-моему, с вами есть гранатка. Давайте мы ее с вами сюда бросим. Возьмем в руки пехоль. И пойдем. Потому что, по-моему, сейчас на нас захочет побежать бабайка. Так. И обычную гранату давай возьмем. Так, двигай, двигай, двигай. Ну что, бежишь? Или где ты? Где ты, падла? Ага, вот иди. Давай, иди сюда. Так. Давай, 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 давай. Подходи. Подходи, не бойся. А что ты не подходишь? Ладно, давай мы тебе киндер-сюрприз туда бросим. На, получи. Получи. Все? Страшно? Сам боюсь, не поверишь. Говорится, сам боюсь, не поверишь. Так, все, хорошо. Давайте возьмем тряпочку. Сделаем. Ага, а мы не сделаем. Я палочку. Палочку не взял. Палочку. Я не взял палочку. Да не шипи ты. Так, ага. И что это нам даст? Мы сможем пролезть, правильно я понимаю? Да, я могу взорвать и могу пролезть. Ну так неинтересно. Ладно. Аптечки есть. Угу, одна аптечка есть. И гранат нету, да? Да. А возвращаться обратно за палочкой, ну... Вообще нет желания. Вообще нету желания. Так, давай используй. Сейчас, секундочку, ребят, у вас он может зависнуть. Сейчас, буквально секунду. Всем, продолжаем, да. Идем, идем смотреть. Главное сейчас не забывать под ноги смотреть. Блин, но зато, знаете, хорошо, что мы кинули гранатку. Мы с вами сэкономили, с вами, получается, сэкономили эти патрошки. Это хорошо. Так, что нам нужно? Нам нужны сейчас кусачки будут. Нужны будут кусачки. Так как тут где-то растяжечка была. А где она была? Кто помнит? А ну, угу, вон она была. Вон она где была. Так, давайте ее сразу обезвредим. И заберем с вами гранатку. Все.
Все, умнички. Умнички, молодцы. Так, пихаль, пихаль, пихаль. Я так понимаю, мы с вами по максимуму прокачались по поводу сумочки. И больше в сумочку у нас ничего не влезет. Так, ага. Дымовая, да? Чекай, там газовая гранатка. Чпоньк, чпоньк. Пехаль. Так, а где? Где у нас проход? Два? Не, нельзя. А как мне пройти? Я такие... А, вот как. Я хотел уже кричать на игру. Как мне пройти тут? И где наша гранатка? Еще не гранатка, а динамит. Где наш динамит лежит? Так, аккуратно. Аккуратненько, давай вот сюда. Умничка. А ты давай вот сюда. Не, не хочешь. И что это нам дало? И что это нам дало? Они че? Го. Блин, только не говорите, что мне взрывать сейчас придется. Только не говорите, что мне придется сейчас взрывать это все. Ну, либо не придется, и мы сможем с вами сделать вот так вот. Запрыгнуть и запрыгнуть. Все, отлично. Нам точно сюда? Твою ж. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Не заметил, так не заметил. О, сохранялка. Сохранялочка. Так, а можно мне здесь потрошков, пожалуйста? Хотя бы. Хотя бы. Есть, одна штучка есть. Хорошо. В принципе, не так уж и плохо. Так, есть. У нас с вами есть и динамит. У нас с вами есть и динамит. И получается, даже есть с вами... Ну вот, рукоятка детонатора. Надеюсь, это все. Надеюсь, это все. Так, где у нас X? Вот у нас X. И вот канистра. И как отсюда выбраться? Походу обратно, так же самое, как и пришли, правильно я понимаю? Говорится, проделать тот же самый путь. Хорошо, хорошо. Так, а здесь у нас... Здесь у нас что? Есть что-то стоящее или нет? Есть ли у нас гранатка? Да, есть у нас гранатка. Блин, ну сейчас же бабайка, да, прибежит? Ну ладно. Прибежит так прибежит. Мы с вами сохранились, так что, в принципе... Ничего страшного. А, глушило так неплохо, да? Так, на что я потратил? Ага, на канистру бензина. И на аптечку. Так, 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 так. Давайте смотреть. Минус гранатку, наверное, да? Или что мы с вами оставим? Да, давайте, наверное... Минус гранатку, но аптечку мы возьмем. Блин, я уже хочу что-нибудь другое попроходить. У меня уже такое желание найти, может, еще какой-то хоррор. Только не такой. Где нужно что-то искать. Бегать, разгадывать загадки, вот эти вот всякие непонятные. Ну, либо в какую-то... Либо в какую-то стратегию поиграть. А ну, уходи. Либо поиграть в какую-то стратегию, может. Блин, есть игрулька. Не помню, как она называется. Новая вышла. Короче, в чем суть? Мы отправили с вами, получается, на этот в космос. На станции. Там что-то мы с вами делали. И... Произошло столкновение,
И мы оказались с вами в открытом космосе. И вот в открытом космосе нам придется с вами детки уживать. Строить заново корабль и попытаться попасть на планету. Так, 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 тихо, 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 тихо. Ну, типа, что-то типа рафта. Только в космосе, как думаете, стоит ли попробовать поиграть? Либо она надоест мне буквально на второй серии. Не знаю, посмотрим. Главное, как говорится, сейчас вот эту вот штуку пройти. Все, поползли. Поползли, поползли. Сейчас мы с вами заправимся по полной. Так, мы не туда идем. Или туда? Или куда? А ты? А я? Так. Сейчас с вами по полной заправимся. Получается, это как его... По поводу света, чтобы бензин зарядим. И пойдем попробуем взорвать то место, о котором я думаю, что ему нужно взрывать. Я надеюсь, что на этом типа как бы все, что кроме динамита и взрывателя нам реально больше ничего не надо. Потому что если нужно будет еще какой-то провод, либо шнур искать, я реально удалю эту игру нафиг. Так, побежали. Что тут по поводу бензинчика? Ага, почти половинка. Хорошо. Давай заправлять по полной. И еще один. Давай. Все, умничка. И сколько у нас осталось? Ну, даже еще три канистры осталось. Да ты шоля, вообще. Песя. Так, давай канистру мы сложим, сложим, сложим. Сохранимся по-любому, по-любому мы сохранимся. И что нам делать? И что нам делать? Ну, по идее, сюда, правильно? Exit. По идее, сюда надо его... Да, да, да? Да. Во, шикарно. Так, хорошо. Отлично. Отлично. Теперь нам нужно отойти вот сюда. Но перед тем, как мы это сделаем, давайте, наверное, мы посмотрим, есть ли у нас потрошки. Сколько у нас осталось? Три штучки, четыре. Отлично, есть. Вставили. Заберем дробовик. Дробовик. И зарядим дробовик. Там, по-моему, один патрошек у нас есть. Да. Есть один патрошек. А если у нас с вами... Так, коды. Ага, 1429. Пошлите посмотрим, что там было по поводу кода. Кто это ты? А ты у нас Фортен. Ну, либо Фортен. Либо Фортун. Так, Фортен, что ты мне хочешь предложить? Топливо. Не, спасибо, Фортенчик. Ты, конечно, молодец, но нет. Так, все, игра, пожалуйста, дай мне, как говорится, закончить эту серию на хэппи-энде. Так, вставить. Давай, донди стала библиотека. Так, вставай. Вставай, 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 вставай. Бери в руки пистолет сразу. В руки пистолет. Все, пошли смотреть. Пошли смотреть. Ага. Ага, а света нету, да? Ну да. Так, ага, пролагало. Значит, переход на новую локацию. Окей, окей. Так. Что это такое? Смеяться после слова лопата, да?
Так. Блин, падла. Ничего не вижу. Если честно, ничего не вижу. Ладно, чтоб сзади на нас не напал. А я не помню, где... Где, в каком моменте я сохранился. Ну, то есть, если сейчас что-то пойдет не так... Оно, наверное, по-любому что-то пойдет не так. Да ты шоля. Прикольно, прикольно. И что это? И что здесь происходит? И куда нам нужно идти? Так, главное не упади, Арчи. Блин, это пришельцы? По-любому это пришельцы, да? Так, у тебя есть что-то? Что-то интересное есть ли у тебя? Так, тряпочка. Пустая бутылочка. Угу. А вон и бабайка, да? А вон и бабайка, по-моему. Да. Раз. И два. И на второй раз ты должен убегать, по идее. Не? Не хочешь? О-о-о, Хьюстон, у нас проблема. Что могу сказать? У нас проблема, Хьюстон. А мне больше ничего нету. Кроме дробовика. Кроме дробовика. Все-все-все, беги-беги, Арчи, беги. Беги-беги-беги. Беги, не надо фонарик тебе, просто беги. Все, уходи, Арчи, уходи. Давай, давай, пожалуйста. Куда? Куда дальше? Куда дальше? Что это такое? Граната. Дай сюда. На, получи. Падла. Ну, по-любому, да, сюда? Да, по-любому. По-любому сюда. Нет, ты чего? Ты чего? Отстань. Ах ты, козюля. И что мне с тобой делать? Бегать от тебя. Так, что это у нас с вами? Так, есть бумс. И бумс. И как тебя подпалить? Как тебя подпалить? Как тебя подпалить? Как тебя подпалить? Все, 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 все. Я не знаю, как подпаливать. Честно. Честно не знаю, как подпаливать. Давай, 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 давай. Ой. Так, это у нас что? Это у нас патрошек на дробовик. А у меня аптечки нет, так что извиняюсь, но... На этом как бы моим полномочия все. Но, ты не хочешь зарядить, не? Ну отстань от меня, ну пожалуйста. Ну давай дружить. Давай. Блин, реально не хочется переигрывать сейчас. Весь этот момент. Ну по-любому сюда надо, да? По-любому сюда надо, да? Угадал? Да, угадал, наверное, угадал. Либо не угадал, не знаю. Нет, сильно, сильно маленький, сильно маленький. Так, это что у нас? Это что у нас тут? Это у нас тут канистра. Ага, а у меня нету чем взрывать. Короче, я предлагаю, чтобы он нас сейчас луснул. Тут есть бочка, бочка с динамитом. Все, 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 давай, 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 заканчиваю. Есть бочка с динамитом. Может, надо было попробовать как-то взорвать его. Либо, я не знаю, либо нужно как-то что-то еще, еще канистры. Не знаю, зачем есть столько канистр. I don't know. Но я явно не допрыгну. А не, допрыгнул, прикинь. Так, а что я туплю? У меня аж есть две... Ага, у меня нету две тряпочки. Я потратил тряпочку. Я потратил тряпочку. Так, это что тут?
Так, это ша. Так, оно. Ага. Ой-о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 й. Ты что, сумасшедший? Скаженный, да? Блин, а может нужно его заманить как-то сюда, поднять все, все вот эти штучки, дрючки, дверки. Как думаете? Понял. Понял, понял, принял. Так. Давайте смотреть. А тут можно поднять? Или тут нужно взрывать? Донде стала библиотека? Блин, мне реально проще, наверное, заново начать. У меня и патрушки будут, и все будет. Да, бабайка? Не догонишь, не догонишь. Ха-ха-ха. Ну, по-любому, как-то так надо это все делать. Чтоб он не мог до меня добраться, наверное. Так, здесь ничего нету, здесь ничего опускать не надо, поднимать. Ой, я сам себе в угол загнал, да? Да, я сам себе в угол загнал. Опа! Все, 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 все. Да, это конечная, ребятка. Это конечная. Ну что могу сказать, теперь мы с вами плюс-минус понимаем. Так, давайте. Давайте, давайте, а что мы давайте? Сигнальные шашки, а толку? Крица толку сбегать за гранатками, но гранатки его вообще не... Ему ни холодно, ни жарко. Бочка там стояла с динамитом. Блин. Не знаю. Пригодится ли нам там бочка с динамитом. Все, пролагало. Нормально. Но в принципе, по большому счету, если разобраться, если прям про... Очень большому счету, то мы в принципе прошли игру. Блин, я знал бы, я бы знал бы, я бы, наверное, пени. И не трогал бы пиво. Эти, как его, не трогал бы гранатки. Копил бы. Так, эти сигнальные ракеты, конечно, они бесполезны. Они просто светят. Но мало ли машине вот отпугнут. Хотя, что-то я сомневаюсь, что они его отпугнут. Так, а ну. Не знаю, зачем я их поднимаю. И нужно ли их поднимать. И нужно ли их поднимать. Может, его нужно как-то в ловушку загнать. Ваше предположение. Так. Так, свет туда. Свет туда. А канистру мы сможем подпалить вообще с бензином? И что нам для этого понадобится? Ну, зажигалка. Ага, можем, ля. Прикольно. Только мы сейчас сами... Ой-ой-ой-ой-ой, мы сами загорелись. Крица, ребятушки, мы сами загорелись. Так, ага, канистрочки больше нету. Зато есть дробовик. Зато у нас есть дробовик.
дробовик и бочонок. Тихо, 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 тихо. Что, тебе не? Тебе все равно? А тебе все равно, да? Так, стой, 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 стой. Ну нет, ну нет, ну нет, ну не надо. Падла. Ты падла такая. Ладно, ладно. Сейчас, секунду, ребят. Секунду, секунду. Хорошо, свет нам там не нужен. Давайте забираем вот так. Честно, я без понятия, что тут делать. Без понятия, как его установить. Ну, наверное, нужно, я думаю, загнать его куда-то туда, в серединку, поднять все две эти, как его, лестнички. Все вот эти лестницы поднять, заманить его туда. В серединку. Только как это сделать? Это вот хороший вопрос, чтобы он не мог выбраться. Так, пехаль, не знаю, стоит ли брать пехаль. Так, отлично, отлично, хорошо. А что это нам дает? Это нам дает маленький проход, да? В серединку. Угу. Так, а здесь у нас можем закрыть, поднять. Так, здесь у нас оно поднято. Там тоже поднято. Идемте сюда. Если бы я еще что-то видел бы, было бы вообще... было бы, наверное, вообще бы замечательно. Да не шипи ты. Крыца, не шипи. Да, дай мне дробовик, я перезаряжу. Все, все, все. Так, давайте смотрите, мы можем с вами поднять. Вот, вот тут мы сможем с вами поднять его. Как оно медленно поднимается. Так, все, смотрите. Так, поэтому мы подняли, хорошо. Теперь нужно как-то его в ловушку загнать. Теперь нужно как-то загнать его в ловушку. Только как? Бонжур. Интересно, ты сюда пройдешь? Интересно, ты пройдешь сюда, либо не пройдешь? Ага, проходишь. Хорошо. А теперь нужно здесь опустить. Опускайся, пожалуйста, 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 опускайся. Так, проходим. А здесь мы поднимаем. Давай, 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 давай. Все, подняли. Отлично. Что мы тут делаем? Здесь мы берем бензин в руки, разливаем, берем зажигалочку. Ой, это что такое? А, ты сзади, зайчик, да? А, ты сзади, ты подкрался. Ты, зайчик, сзади подкрался, да, ко мне? Так, падла. Давай, берем бензин. Быстрее, 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 быстрее. Это, надеюсь, тебя остановит хоть чуть-чуть. Или какие там. Так, и давайте смотреть. Давай, давай смотреть, давай смотреть, давай смотреть. Это мы подвигаем сюда. А эту штуку мы подвигаем вот сюда. Не знаю, получится будет хорошо. Если не получится, то как бы... то не получится. Получилось.
Получилось, получилось. Отлично, отлично, отлично. Отлично, шикарно. Только не ври, что ты сейчас пер... А, ты перепрыгнул, да? Ты перепрыгнул, ты перепрыгнул. Все, ну? Пожалуйста, выйди, 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 выйди. Бонжур. Ты ж типа света боишься. Алло. Да. Надо было, наверное, раньше так сделать. Просто налить везде бензинчику и попробовать подтащить к себе ящички. Ты чего? Не-не-не. Ну? Мы выбрались, алло. Это типа все? И как понять? То есть мы выбрались от монстра, но нас схватили, да? Так, что тут пролистнуть нельзя никак? Так, зажмите, чтобы пропустить. Давайте пропустим. Так, поздравляем с первым прохождением игры. Обратите внимание, ни одно из прохождений не будет похоже на предыдущие предметы, ловушки, которые... А, коды и другие элементы игры определяются случайным образом. Сыграйте еще раз, испытайте ужас по-новому. Нет, спасибо. Спасибо, ребят. Не хочу. Так, все. В принципе, мы выбрались. Мы молодцы. Мы, как бы, сколько? Серии 7, да, по-моему. Мы записали по этой игре. Не знаю, мне как бы, ну такое, сильно темно, сильно лагает и непонятно. Так что все, всем спасибо за просмотр. Буду, наверное, выбирать какую-то новенькую игрушку. И когда будет время, тогда, как говорится, будет время, мы и запишем. Все, всем пока-пока и до потом, ребят.